Сумецкая. Угу. Вот по драку. Давай. Когда мы были на войне, знаешь? Да. Которую вспомнил, ладно, давай. Ну вот, танцевальная, листовая песенка «Земличка, ягодка». Яблочко еще раз. Барыню.
акценты расставляешь, поэтому у тебя как получается окрас. Вообще в народных там вот принято на слабую долю акцент делать. То есть это главное, а там уже расставляешь. То есть частушки играешь, что ты двумя пальцами бой, да, делаешь? Одним указательным? Да. А вот смотри, все три струны, что снизу вверх, что сверху вниз, да, затрагиваешь? Камаринскую. Давай, порази еще что-нибудь. Есть еще очень классные осетинские наигрыши. Давай. Сейчас, я парняк один это лезгинку на балалайке нормально наигрывал. Ну вот, да. Еще и большим задаешь, да, пальцем? Да. Ну, я ее точно не помню. Там нужно отрабатывать вот этот. Ага. Там бой такой. Ага. Ну да, да, похоже прям, угадывается. Ну давай мне задание, какое вот сейчас вот делай, я буду сейчас повторю минут сколько-то по делу, а потом проверишь меня какой-нибудь. Ну вот смотри, выучи вот этот акцент, который на слабую долю. Угу. А как ты настраиваешь? Как вот там, ну, балалайку настраиваешь? Обычно как состраиваешь, например, с гармошкой все три, либо настраиваешь, обычно настраивают, как гитару вот тоже настраивают, настраивают первую струну, а потом под ней уже настраивают остальные. Вот первая струна должна звучать как вторая струна на третьем ладу. На третьем ладу, да? А третий как на шестом? А я, знаешь, как капитан, мне как вот давно еще мне сказали песня. Да, вообще, да. Третья зажата на четвертом ладу должна звучать как вторая открытая. То есть, вот. Ага. Так, я понял, хорошо. То есть слабые доли, два. Ага. Аккорды какие? Вот треугольник получается-то нижний. Ну, здесь есть частушки, мы сейчас Thank you.
же ты 4 этих удара делаешь, только каждый второй, получается, ты акцент, да, ставишь на каждом втором. Тут-тут-тум. Тут смотри, получается, сначала как учится? Сначала все 4 раза ты делаешь вниз удары. Потом добавляешь удар вверх. Получается, вниз-вверх. Ну, к каждому вниз добавляешь вверх. Получается, уже 8 получается у тебя ударов. Ну да, да. Получается, на каждый четвертый удар делаешь акцент. Каждый четвертый? Ну, он, получается, вниз удар идет. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. А, нет, каждый третий даже. Каждый третий, да, каждый третий. Ага.